Здравствуйте, меня зовут Ахмед Магомед Алиев. Я представляю клуб «Мотиватор». Мой тренер Марат Балаев. Я приехал из Дагестана, село Ибрагим Атар. Всем землякам салам. Я увлекаюсь борьбой, грэпплейка, ММА в общем. Люблю душить и вырубать. А лигу МФС я узнал, там выступили друзья. И мне самому тоже хотелось выступить, поэтому я выступил на первом турнире. Там выиграл, и еще на пятом выступил, там тоже выиграл. Сейчас захотелось на седьмом выступить. Думаю, у меня все получится. Конечно, хотелось бы. Я за пояс готов на все. Я готов любого урубать, задушить, мне без разницы. На 61 дайте любого. Я готов вырубить любой, цик-цик стать. Я хочу в дальнейшем биться в ACA. Я готов тренироваться хоть 3 раза в день, если Марат скажет, то я готов. Ну, хочу биться в ACA, короче. Это моя мечта. Ну, я за эту готов на все. Есть такой боец Генри Усихуда, он дерется в UFC. Он очень классный и в стойке, и в борьбе. Усихуда, держись, я иду за тобой. Ну, что пожелать, главное, без травм, чтобы выиграл сильнейший.